Здесь на базе Booking.com, это бизнес-центр, проходит акция, которая стартовала нынче по инициативе областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Мы инициировали вот эту акцию совместно с областным эндокринологическим диспансером. Самое главное, чтобы люди могли знать, оценить определенные параметры своего здоровья, получить больше максимальной информации о здоровье, как сохранять, как, с чего начинать профилактику заболеваний. Прежде всего, это заболевания неинфекционных, причиной которых являются некоторые факторы риска, как повышенный сахар в крови, повышенный уровень холестерина. Это вопросы, связанные с нашей психологической сферой, потому как 70% психосоматики именно зависит от нашего психологического состояния и психического здоровья. Поэтому вот сегодня на этих площадях расположились специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и областного эндокринологического диспансера. Здесь консультируют специалисты по вопросам как рационального питания, как по коррекции холестеринового обмена, по вопросам сахарного, профилактики сахарного диабета, где здесь проходит диагностика, УЗИ-диагностика щитовидной железы. Здесь консультации получают желающие у психологов, ну и у специалистов, врачей нашего областного центра гигиены и эпидемиологии по вопросам рационального питания. Поэтому вот здесь активно идет работа, желающих немало, все время подходят молодые люди, которые все-таки нас радуют, заботятся о своем здоровье. Потому как важно знать свои показатели здоровья и думать о том, чтобы, что предпринять для того, чтобы не заболеть.